Всем привет! Сегодня говорим про то, как же нам распознать бабника. Как его распознать при каком-то первом общении, на первых свиданиях, даже при переписке, когда вы его еще не видели вживую, все равно есть немало там каких-то якорей, маркеров, которые нам помогут сделать правильные выводы. Мы с вами не будем там в какие-то рассуждение углубляться, стоит ли не стоит отношения с таким человеком начинать. Да, бывает, когда и мальчику, и девочке хочется какой-то истории, скажем так, одноразовой. Ну и пусть. Главное, чтобы всем было хорошо. Но когда мы хотим обезопаситься от бабника, когда рассчитываем на какие-то более-менее продолжительные отношения, когда хотим быть единственной главной женщиной в его жизни, не только на одну ночь. Конечно же, взаимодействие, общение с таким человеком может больно ранить, может разбить сердце, может существенно понизить самооценку. С бабником связываться очень опасно, тем более, если вы рассчитываете на что-то продолжительное и серьезное. Так как его распознать? Вот основные маркеры, признаки. Первое. Зачастую это люди очень активные и такие вот гиперобщительные. Не все, конечно же, бабники такие, но большой-большой процент среди вот таких вот активных людей это те самые ловеласы, мачо, пикаперы и так далее. Это люди, которые любят привлекать к себе внимание в очень разных компаниях, от каких-то небольших посиделок до, ну, более каких-то массовых мероприятий. Часто берут на себя функцию тамады, аниматора, за всеми ухаживают, всех развлекают. У них очень часто куча всяких знакомых, друзей, коллег, подружек. Везде у них есть хорошие человечки, полезные человечки. А когда копнешь поглубже, это зачастую как раз женщина, девушка, вот тот самый полезный и хороший человечек. То есть это люди, которые всегда в процессе коммуникации. Дальше. Они очень часто красиво говорят. Говорят ладно, складно. Ориентируются практически во всех темах, могут поддержать разговор на любую тему. Правда, зачастую это достаточно поверхностное такое знание, поверхностное участие, но на то, чтобы произвести впечатление, очаровать, показаться каким-то таким своим в доску, близким, в принципе, вот этого вот поверхностного подхода к освоению информации достаточно. Вообще, они знают же принцип про то, что женщины любят ушами. Хотя, конечно, это очень спорный принцип, и давно многими он уже раскритикован, но вот такие вот наши бабники, они очень часто говорят вот именно то, что женщина хочет услышать в этой ситуации. Они очень следят за словами. Они такие вот прям краснобаи, много-много таких среди бабников. Это проявляется и в живом общении, и в коммуникации, и в переписке. Дальше. Такие люди, они очень быстро переходят на уменьшительно-ласкательные. То есть сразу вы какая-то там кошечка, птичка, рыбка, зайка и так далее. Они зачастую даже не интересуются вашим мнением. А вообще нравится вам, приятно в свой адрес вот такой вот получать? Или, например, ну там, каким-то образом, может быть, вас это обижает. Они не интересуются, а как бы вам хотелось, чтобы вас называли. Нет, там очень часто сразу вот какая-то такая история. Но здесь все просто. Им гораздо проще жить, когда у них все вокруг кошечки, миллион кошечек, чем запоминать имена Ира, Люся, Маша, Кристина и так далее. Это очень такой практичный ход, плюс, ну, вроде как, помогает сблизиться, помогает проявить какую-то нежность. Это для них очень выгодно использовать вот эти уменьшительно-ласкательные. Дальше, ну как раз в продолжении предыдущего пункта, они вас редко называют по имени, потому что
Не настолько вы для них значимый человек. Зачем что-то запоминать, если вскоре это никак не понадобится, потому что они никаким образом не видят продолжения там, какой-то вашей совместной истории своей жизни. Они боятся ошибиться банально. Условно, у него сейчас может быть параллельно переписка идет там с десятками девушек, и вольно-невольно проскочит там какая-нибудь Света, Маша и так далее. Поэтому они уже люди наверняка не раз обжегшиеся на этом, поэтому имена они крайне редко, там особенно при каком-то первом общении, запоминают и используют. Дальше. Знаете, что еще выдает профессиональных бабников? У них ухаживание очень часто настолько вот профессиональные, уместные, просто безупречные, как будто по какому-то сценарию. Они знают все-все-все там какие-то увеселительные заведения, рестораны, у них скидки, естественно, в цветочные магазины, магазины подарков. Они если делают какой-то презент, дарят какой-то букет, то это вот все настолько вовремя, настолько с правильными словами. Казалось бы, да, вроде, ну а что ты придираешься, мужик за тобой ухаживает, а ты еще недовольна. Но когда мужчина очень влюблен, заинтересован, то он иногда как раз делает что-то глупо, неуместно, он волнуется, он может быть хочет что-то такое очень личное в этот презент вложить, какой-то свой особый смысл. Он обижается, может быть, что, ну, как-то вы не так поняли, недооценили вот этот его презент. А профессиональный ловелас, он такое ощущение, что по такой вот по проверенной колее вас ведет. Ни шаг вправо, ни шаг влево. Все очень уместно. На первом свидании цветы, какой-то там ресторан. Причем такие люди, они очень часто любят делить девушек и женщин на категории. Иногда они даже не стесняются, у них в разговоре это проскальзывает. То есть если вы, ну, как бы достаточно такая, да, камильфо в его понимании, если вы статусная и дорогая, он вас ведет в дорогой ресторан. Если вы, ну, а-ля студенточка, а-ля что-то поскромнее, он вас в кафешечку поведет. Там где-то он в какой-то парк вас поведет. У него может это и проскочить, что, ну, наверное, ты любишь такие заведения, или, наверное, ты часто их посещаешь, или, ну, для такой женщины, как ты, вот такое заведение. У них такие, вот, прислушивайтесь к их комплиментам, к каким-то таким вот выводам, там очень много чего такого, ну, скажем так, роящегося в их подсознании прослеживается. То есть вот когда уже вот многие там мне клиентки тоже про это рассказывают, там свое какое-то общение, я тоже предыдущее помню с такими людьми, вот когда время проходит, ты вспоминаешь вот эти ухаживания, ты понимаешь, что все было красиво, все было правильно, все было просто идеально, но там души не было. Там была просто схема, которую он должен был отработать. Бабе цветы, бабе ресторан, бабе презент, условно смс-ка утром, вечером, там что-то еще. Ну вот, к сожалению, тоже приглядывайтесь к таким вещам. Дальше. Настоящие бабники, ловеласы, казановы, они очень неохотно пускают вас в свою жизнь. То есть там будет что-то из разряда работаю на работе, дружу с друзьями, ну так, что-то там, спорт, фитнес, работаю в офисе, ищу себя, занимаюсь проектом. Там настолько будет аккуратное обхождение каких-то деталей, это по двум причинам они зачастую делают. Во-первых, они просто заметают следы, чтобы вам сложнее было потом его найти, чтобы, потому что женщины разные бывают, кто-то и в офис придет разбираться, кто-то и домой заявится, кто-то начнет знакомых общих обзванивать, там, нарушать какую-то его там очередную интимную обстановку с очередной пассией. А еще они это делают просто потому, что им тупо лень. У него есть конкретная цель относительно вас. Поставить себе галочку, затащить вас
в прекрасное мягкое ложе, просто получить какой-то быстрый интим, самооценочку свою быстренько подправить, позлить кого-то другого, возможно, за счет вашей персоны. То есть какая-то конкретная определенная цель на очень короткий период. Это игроки на коротких дистанциях, вот такие вот люди. Зачастую. Зачем ему распыляться, пытаться, скажем так, многомерно как-то вот водить вас в свою жизнь, реально рассказывать какую-то правду про свою профессию, про там, свое видение карьеры, а уж тем более знакомить с друзьями, знакомить с родственниками. То есть вот такие люди, они любят свидания на съемных квартирах, в отелях, с удовольствием к вам поедут, если вы пригласите. Если это его квартира, то он все равно максимально даст понять, что условно, да я тут временно живу, я скоро съеду и так далее, чтобы, не дай бог, вы никаким образом чего-то там не запомнили. Еще, конечно, не всегда этот признак есть, но тем не менее, можно его периодически наковырять, скажем так. У них очень такие характерные ники. Если это сайт знакомств, если это там, ну, форум, может быть, какой-то и так далее, это может быть там какой-нибудь Вальдемар, Рикардо. Конечно, есть доля среди вот таких людей, просто тех, кто прикалывается, просто тех, кто, может, под настроение такое всегда не выбрал. Но все равно обращайте внимание на ники и на аккаунты, какая там фотка выбрана. Котик там, сердечки, фотка якобы мачо какого-то, а не своя аватарка. Даже то, какую он свою аватарку выбирает, то есть это какой-то классный, шикарный красавчик там в шляпе, да, и так далее. Либо это какая-то, ну, как бы вот, что самое хорошее, это когда некая нейтральная фотка-то, понимаете? Но вот у таких вот бабников там что-нибудь, какой-нибудь выпендрешь-то по-любому будет. Еще обращайте внимание на их аккаунты. Очень часто я вообще смеюсь, валяюсь. То есть, когда вот ко мне интерес проявляют вот какие-то такие персонажи, это ужас. Сладкий котик, какой-то там сладкий тигрик, Джеймс Бонд и так далее. То есть, вот они любят вот такие вот аккаунты. Очень часто это специально заведенный отдельный аккаунт для переписок с женщинами, например, от жен от своих они шифруются так, или просто, чтобы меньше их находили там по работе, то он другой, он может там Григорий Петрович или там Александр какой-нибудь быть. Но вот есть у него вот эти вот всякого рода сладкий котик, лучший любовник и так далее. Либо они любят очень такие нейтральные аккаунты. Иван Иванов, Петр Петров, просто мужчина, вот что-то в таком духе. Это тоже больше из соображений конспирации, чтобы меньше себе создавать проблем из-за влюбленных, брошенных женщин. Что еще? Смотрите на переписку. Там переписка очень такая специфическая. Они любят много смайликов, эмодзи, открыточки, какие-то картиночки, особенно более такие возрастные бабники и ловеласы любят всякие вот эти вот светящиеся гивочки, да, розочки, сердечки и прочие, прочие вот эти вот прелести. Как раз они используют это все, то, что им их предыдущие пассии наслали, им же лень что-то самим-то искать, они быстренько вам это вот отфутболивают, да, якобы вам, ну, очень приятно должно быть, телесно получить вот такой вот виртуальный сюрприз. Я сейчас говорю, они грамотно и красиво очень пишут, но, как правило, эта переписка довольно-таки поверхностная, и она всегда идет по их сценарию, она очень такая ведущая по какой-то конкретной линии. Там могут быть и комплименты, там могут быть и какие-то дежурные вопросы о том, там, да, как у вас дела, там, что вам интересно, как вы себя чувствуете и так далее. Но вот если вы внимательно это проанализируете, то вот в этой переписке
Да, будет следование сценарию, как вот в случае с ухаживаниями какими-то, то есть обязательные какие-то такие четкие этапы, но там души не будет, он вами глубоко как личностью не интересуется. Он идет, идет, идет для формальности, скажем так, позволяя вам, ну, чего-то такое вставить, что, и чтобы вы думали, что якобы вы вовлечены в какой-то диалог. На самом деле он быстрее ведет вас к какой-то такой цели. А что еще? Ну, они, в принципе, мало интересуются вашей жизнью, вашей личностью. А если даже он для вида, для проформы чего-то такое поспрашивает, то он ничего не запомнит. Он, ну ладно, там, может быть, хватит ему мозгов имя ваше не путать, но кем вы там в офисе, не в офисе работаете, давно, недавно вы работаете, хотите, не хотите учиться. Они любят очень обобщать, условно, все девушки хотят работать в сфере красоты или все хотят там, скажем так, да, фрилансерами быть, там, саморазвитием заниматься. Какие-то такие у них клише, они быстренько это клише на вас натянули, и вроде как он ум свой якобы какую-то глубину показал, а это на самом деле тоже такое завуалированное неуважение и отсутствие интереса к вам. Ну нафига ему все это запоминать, пропускать через себя, пытаться там какие-то советы вам дать, да, возможно, как-то вам помогать, во всем этом участвовать. Зачем, если он там, через одно-два свидания может никогда больше и не увидеться с вами. Еще яркий признак бабников разного рода – это, конечно же, внешний вид. Часто это люди, следящие за своим внешним видом. Одетые очень так в тренде модненько, причесочка у них там, бритость или борода какая-то. А любят брендовые вещи, не все, конечно, но любят. Любят яркие детали очень часто, там может быть какое-то кольцо, какой-то необычный галстук, яркие носки, то есть фраерской такой в них вот так или иначе проскочит. Они вообще так вот в теме, в тренде. А что еще? Но они любят привлекать внимание. То есть мы же говорим с вами не только, например, про одежду, которую они выбирают, но вот их поза, их поворот головы, выбираемые ими эпитеты, там, деточка, малышка, там, в адрес официантки и так далее, то есть это все вот то, как они себя преподносят этому миру, то есть они любят эту демонстративность, она им это нужна, и они понимают, что они, как павлины, распушают хвост и все равно какой-то процент женщин, девушек на этот хвост обратит внимание. То есть, ну это жизнь, это природа. На яркое мы невольно бросаем свой взгляд. И какой-то процент девушек, женщин, ну как бы возможно, да, станет для них легкой добычей. Поэтому вот такие вот это чувачки. Анализируйте, обращайте внимание на детали. Конечно, не надо уж прям совсем вот в этой аналитике закапываться, но вот те звоночки, те маркеры, которые я вам перечислила, держите в голове. И вот поэтому, если вам кажется, что он какой-то слишком сладенький, или что он слишком перешел к какому-то сближению, или что вы ему вообще про одно говорите, вы как-то пытаетесь вот достучаться, что ли, его узнать, может что-то о себе рассказать, а он вас тащит по какой-то своей там линии, по которой он уже как по рельсам, да, каждый день проходят вагончики новых и новых женщин, то значит, вам не кажется, значит, действительно, это его стиль действий. В общем-то, понятно, вам принимать решения, нужны вам такие отношения, как, ну, что вы дальше хотите, что вы именно от этого человека хотите, но верьте своим глазам, верьте своим ушам. Немало бабников и ловеласов. Мы не будем вдаваться сегодня с вами в подробности, почему они такие, кто из них меняется, кто из них не меняется. Это очень долгая история, там много чего может быть замешано, могут быть реально психотравмы.
Могут быть особенности личности, те же самые нарциссы там или психопаты, это вообще отдельная категория именно на поле, скажем так, завоевания женщин. Есть тут пикаперы, которые опыта какого-то набираются. Есть просто люди, которые не способны к построению длительных отношений по очень разным причинам, например, там какие-то очень инфантильные. Но об этом давайте в следующий раз поговорим. Вы в комментариях напишите, пожалуйста, если там какую-то ситуацию вы хотите разобрать, если что-то еще связанное с бабниками вам интересно, потому что тема такая достаточно широкая, и чем больше людей будут, скажем так, адекватное представление об этой категории мужчин иметь, ну, наверное, тем меньше будет разочарованных, грустных, печальных и так далее. Друзья мои, если вам нужна моя помощь как психолога, приходите ко мне на онлайн-консультации. Мои контакты указаны внизу под видео. Также заходите на мой сайт verabo.ru. Добавляйте ко мне в друзья в соцсетях, буду очень рада. В общем, обращайтесь. До скорых волнующих встреч!